В Московской области стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей. Такая мера поддержки действует в регионе уже 6-й год. Подать документы можно в течение месяца с 1 марта до 2 апреля. К участию в конкурсном отборе приглашаются учителя начальных классов математики, русского языка и литературы, английского языка, биологии, физики, имеющие стаж педагогической работы не менее 5 лет, пояснил глава округа Андрей Иванов.